Ну что, вот и начался большой пересадочный этап. Весна. Горшки приехали. Так, горшки разные, всякие разные, безобразные. Но вот такие пластмассовые, все-таки они продаются только как кашпо. Вот с такой вставкой. Но вставка мне не нужна. Мне нужен сам горшок. Вот. А вставку мы заиграем. Вставочный горшок мы заиграем для огорода. Также вот удалось купить мне горшки еще квадратники со скидочкой, потому что в них вставок не было. Вот. И если вы можете, ну, обратили внимание, все горшки черные. И это не просто так. Ничего себе, как я заморочилась. А, ну сегодня у нас это большой день дырок. Сейчас будем делать дырки во всех горшках. Дорабатывать на пильниках. Как там доработка штихелем, тонкая доработка штихелем. Раньше горшки у меня были, вот сейчас достану, вот в таком вот дизайне. Ну, потому что сад в основном в горшках был цитрусовый, а типа глиняных вот горшков, это, конечно, культурная метка цитрусовых. Ну, это отсылка к Италии, к горшкам глиняным и все. Но когда мой сад горшечный стал сдвигаться, о, коты, коты трутся об горшки, ну конечно, обнови новый горшок. Когда стал сад сдвигаться в сторону тропического, горшки стали темными. И это не просто так. Я дам ссылочку внизу видео. Очень мне нравится, смотрю видео. Канал девушка из Малайзии. Она делает у себя тропический сад. Правда, он на английском, но там и без языка все понятно. Растения она подписывает, названия ботанические. Вот, и один... И, кстати, английский у нее тоже хороший. В таком медленном темпе и очень приятным голосом. И такой очень правильный. Так что прямо рекомендую. И один из ее постов был посвящен тому, что именно для тропических растений нужны горшки черного цвета. Черного, темно, темно-коричневого, темно-серого, ну то есть цветов, которые вот, ну, совсем темные. И она даже вот эти рыжие горшки, она их перекрашивала краской, чтобы в них посадить свои тропические растения. Вроде бы кажется это хихихаха, вот, но... Вы знаете, вот отвечаю, что тропические растения лучше смотрятся в темных горшках. Когда я пересажу, я это покажу. И у меня вот сейчас четко располосится из двух видов горшков. Такие вот рыженькие под глину. В них у меня растут цитрусовые и субтропические растения. А вот в темных у меня растут всякие тропические. И так у меня вот так и повелось. Ну ладно. Работаем дальше. А, и еще я скину ссылку в конце видео. Боже мой, как мне понравилось. Тоже про тропические растения. В Японии с орхидеями красивые теплицы, сделанные сады. Божешка ты мой. Так что всем нам приятных просмотров и пересадок.